Каждое воскресенье после литургии и заупокойной литии в 12 часов в храме во имя святых Космы и Дамиана при ОКБ номер 1 города Екатеринбурга совершается акафист святому Спиридону Тримифунскому. Приглашаются все верующие и неравнодушные люди соборно помолиться о неспослании Божией помощи в строительстве храма и разрешении финансовых трудностей, возникающих при строительстве. Не оставит святой Спиридон Тримифунский и просьбы каждого молящегося о помощи в житейских заботах.